Теперь здесь есть ребята из 345-го парашютно-десантного полка, песни Виктора Верстакова, который там заболел. Ладно. Но он мне решил давно же эту песню петь, я спою. 345-й парашютно-десантный полк, легендарный. Его потом выдернули, когда он был выведен на прикрытие нашего Файзабадского полка, бросили на Кундуз, когда они уже были все в Союзе. Была страшная рубка под городом Кундузом. Положили всю, весь батальон командос, одни бабы там, там женщины были. В бригаде командос были женщины. Аэродромная обслуга, и вот бросил десант. И Джохар Дудаев, герой Советского Союза, да, парадокс жизни, он бомбил выход в 860-м отдельном стрелковом полку, обеспечивая дивизию стратегических бомбардировщиков. А никто не знает, забыто, да? Герои только вот эти вот. Телепузики, ну это бог с ними, они там разведчики времен народов, юрист сам замечательный. Ну вот это вот, а я знаю, потому что 860-й полк, в прошлом году, в этом году, конечно, 70 лет, это гвардейский полк, который с войны был, 860-й отдельный мотострелковый полк, как он шел в ту войну и как он шел, выходил из Файзабада, я знаю. Поэтому песня такая. Опять проколол, нет, да, так, может быть кто-то... 345-й полк. Здесь теперь про десант, прошу десантный полк. Петь весь Верстаков. Обнимись друзьями боевыми. Фронтовик поймет фронтовика. Мы с тобой остались рядовыми 345-го полка. Мы с тобой остались рядовыми 345-го полка. Мы были молоды в баграме, как свистели пули у виска, как сверкало пламя, словно знамя 345-го полка. Как сверкало пламя, словно знамя 345-го полка. От Кобу-Кабула и до Бамиана возле мы покручим в облака, сквозь рассветы, рваные как раны 345-го полка. Сквозь рассветы, рваные как раны 345-го полка. Павшие поймут однополчане, но не сегодня выпили слегка, слишком много горя за плечами 345-го полка. Слишком много горя за плечами 345-го полка. Ну а тех, кто предал нас отныне, нас и все десантные войска, мы их не простим уже во имя 345-го полка. Мы их не простим уже во имя 345-го полка. Воевали в дальней заграницах, и в Москву войдем наверняка, как в освобожденную столицу 345-го полка. В русскую священную столицу 345-го полка.